Нью-Джерси. Дамы и господа, слово инициатору движения «Католичество – это круто» кардиналу Глику. Спасибо вам. Все мы знаем отношение большинства американцев к католической церкви. Согласен, вы в глазах мы архаичны и косны. Люди считают Библию заумной, даже нудной. Желая рассеять недоразумение, мы объявляем этот год годом обновления как веры, так и ритуалов. Вот, например, распятие. Да, это исконный символ нашей веры. Однако Святая Церковь решила отринуть устоявшийся, но слишком мрачный образ Спасителя на кресте. Иисус пришел на землю не пугать нас. Он пришел нам помочь. Христос-бодрячок. Исходя из этой роли Господа, мы разработали новый мажорный символ. Я рад представить вам первое из многих запланированных на этот год прикольных новшеств проекта «Католичество – это круто!» Итак, ликуйте, дружище Христос! Название символа пока не утверждено папой. Так, предварительный условный термин. Смотрите, классный тип. Дружище Христос! Что ж, как говорится, комментарии излишни.